Здравствуйте! Хочу показать вам пошив блузки, моделирование ее на основе выкройки лифа. Вот пошита вот такая вот блузочка. Итак, у нас с вами было видео по построению чертежа лифа. Этот лиф, после того, как мы с вами построили, он был показан у меня в платье в видео, можно смоделировать любую блузку. Итак, вот что я сделала. Вот построение лифа обычное, которое было мной предложено. Я его убрала длину, потому что это было платье, и внесла некоторые изменения и корректировки. Итак, я захотела построить блузку. Значит, я сделала кокетку по спинке. Вот, видите, вот где у меня линия плеча, я вот так вот буду показывать. Я провела здесь линию, и это у меня будет линия отреза кокетка. Вот эту часть, которую я приложила, это я уже ее отрезала от нашей передней части. Вот если ее отрезать, сложить вдвое и перенести сюда, вот, вот она у нас получается вот такая вот кокетка, переходящая, видите, по плечу наперед. Вот здесь, это кокеточка наша. Выточку нагрудную, вот эту вот, я не убирала. Я ее присобрала. То есть кокетку выкраивала я цельную. А выточка, которая у меня была, она у меня пошла, просто присобиралась. Теперь далее. Вот эту выточку я убрала, я ее исключила. Сзади у меня выточки нет. И выточку я сделала нагрудную. Она у меня пошла в пройму. Сделала я ее небольшую, потому что вот эта часть у меня убрала. Но сама вот эта вот у меня пошла как рельефная такая вот выточка. Ну, я ее только зашила до самого края. Немножечко. Тут чуть-чуть тут продлила. Теперь, естественно, я сделала прибавки на застежку нашу, планочку. И, в принципе, все. Вот наша выкройка уже готова. И еще я сделала здесь рубашечный воротник стойка. Он у меня, видите, идет вот такая вот стоечка. Он у меня вшивной. Я его сделала вшивной. Пошила я блузку из ткани крепшифон. И взяла на манжеты шифон однотонный. Все это я проклеивала вот таким вот флизелином. Он очень, надеюсь, вам видно. Он очень хорошо смотрится, вернее, не смотрится, а очень хорошо подходит для таких вот прозрачных тканей. Потому что у меня эта ткань прозрачная, вот этот шифончик, и я сюда тоже клеила его. Клеила его также я и на наш воротничок, потому что ткань очень тонкая. И вот таким вот образом у меня получилась блузочка. Видите, здесь я немножечко припосадила. Здесь у меня идет, давайте с этой стороны покажу, наверное, будет лучше. Вот идет выточка, которую я вам говорила. Вот она отсюда. И пошла до низу. По спинке, сейчас покажу вам спиночку. По спиночке у меня идет кокетка, и выточек нет. Блузочка свободная. Шейте с удовольствием. Надеюсь, у вас все получится. Надеюсь, видео было мое полезным. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!